Анонс и точно до выхода 3 и 4 серии 3 сезона сериала «Крепостная». 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 2 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как хозяина Кати осудили, и на его место пришел новый. Им оказался Андрей Жадан, персонаж, который вызвал симпатию у зрителей. Именно за него Вербицкая выходит замуж. Однако сериал заканчивается трагедией. Катя уронила кольцо, а сразу после церемонии мужа убивают. Зрители были возмущены таким поворотом сюжета. Некоторые сравнивали смерть главного героя с гибелью Джона Сноу в «Игре престолов». Скорее всего, продюсеры сериала последуют примеру звездных коллег, и Андрей останется жив. Поклонники отметили, что Жадана проткнули ножом, однако не показали, что удар пришелся прямо в сердце. Поэтому надежда на то, что Андрей выживет, есть. Дальнейшая судьба Кати будет зависеть именно от этого решения продюсеров и сценаристов. Напомним, 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 2 ноября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.